Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать, как исправить воблер, как исправить 800-й рефранер. Многие сдают в магазины обратно, сейчас целый вообще ажиотаж, целый бум на это, возвраты сплошные, и люди говорят, что Илья, ну, воблер, короче, не рабочий. Вот, я вам уже показывал, как он ловит, воблер уловистый. Единственное но, то есть каждый практически второй воблер приходится править петельку. И в этом видео я вам покажу, как он быстро исправляется и как он начинает ловить. Таким способом можно исправить не только именно этот воблер, а исправляется любой. То есть если воблер вылетает у вас вправо или влево, то вы его можете запросто исправить, и он будет вам ловить рыбу. Приманка уходит у нас вправо, значит, петельку, за что держится колечко, подгинаем влево чуть-чуть, прям совсем. Воблер выныривает, уходит опять вправо. Значит, петельку сейчас будем подгинать влево. Чуть-чуть, микронно. Перегнули. Воблер уходит теперь влево. Чуть-чуть перегнули. Еще чуть-чуть. Перегнули.
опять перегнули. Воблер идет прямо. Довольно приличная скорость. Проверяем его в действии. Воблер не выскакивает. Приманка на дне. Ручки трофей взяли. Ах ты, щука, наверное. Сейчас еще даст. Смотри, хороший, не надо. Давай. Фу. Прыгай. Камеру выключать, блин, сейчас. Ух, красавица, давай, прыгай. Не прыгнул. Тощий. Давай. Ну, чуть-чуть покрупнее, да. Не намного, ну как воблер идет, у него сом так может клюнуть. По сравнению с которой я сейчас выпустил, намного. Ну что, завершаем, все. Надо. Сколько времени? 10:54. Давай еще разок пройдем. Давай, 12 надо выйти. Иди, наверное, иди. Здесь судака много. Тощий, давай его звать. Тощий? Дохляк отработал.
Да, вот здесь свал. Слушай, здесь до 7 метров свал. А и опять подъем. И опять подъем? Угу. Опять? Да, яма прям такая здесь. Тощие ручки. А тощего? Тощего. Тощий. Поймал тощего. Тощий работает, рефрана. Если будет, наверное, побольше трофейной рыбы, может, трофей будет цеплять. Трофеев в этом году маловато. Мне он сразу понравился, когда я увидел. Это новинка 2017 года. Не хуже какого-то серебита, зибейса. То есть метет все подряд. Причем даже воблер такой для ленивых. Рыба на него практически сама садится. Отсекать особо не надо. Да, такая маленькая лопатка у него, а до 6 метров он уходит. Тоже точка? Да. Сидит, блин, вообще метет все подряд. Побольше маленько. Тоже винтом идет. Да. Садись на эту сторону, хочешь? Да ладно, а как ты будешь? Ну я попробую с той стороны. Сошел. Маленький был.